Привет, друзья! С вами зимний фотовод, который сейчас станет летним фэтбайкером, наверное. Посмотрим, что будет. Сейчас у нас вот такая вот погода. Смотрите, какой нас шикарный. То есть я просто приехал вот оттуда вот, из деревни. Нас офигенный. Вообще фэтбайк не проваливается совершенно. Правда, пока я до леса доехал, я весь, я не знаю, видно это или нет, я весь в грязи, все очки в грязи, вся одежда. То есть с дороги, с машины летит какая-то такая мелкая пыль и крошка. И доехать 2 километра до леса – это самая большая проблема. А вот покататься в лесу – одно удовольствие, потому что везде снег, везде у нас еще лед, футбайк катит. Вот сейчас он катит, сцепление идеально, снег чуть-чуть подтаял, и при этом совершенно, ну, такой он не скользкий, то есть вообще не скользит. И можно просто по полю, я сейчас туда поеду в лес, посмотреть, что там происходит, потому что вот здесь снег уплотнился. В прошлый раз мы здесь катались, едешь-едешь, нет, ямка и проваливаешься. А сейчас все офигенно. Катайтесь, пока есть снег. Я думаю, что еще недельку он полежит. Правда, доехать до леса тяжеловато. А я через недельку уже буду переобуваться и, наверное, буду переделывать его в летний вариант. Будет это электро или обычный велик, я пока не знаю. Посмотрим. Но для зимы электрофэт вообще меня порадовал. Очень хорошо я покатался. Хотя выездов было, наверное, всего штук 10. Ну, вы, в принципе, все серии эти видели. Вот, смотрите, какая красота, солнышко. Сегодня последние числа марта. В Твери еще снег, снега еще дофига. И слетаете, он будет, мне кажется, ну, недели две при такой вот толщине. Так что на лыжах уже нельзя, а вот на велике где-то там подрифтить в снегу вообще нормально. Ну все, всем пока, до лета.